Есть много негатива и хейта на метод запоминания иностранных слов ассоциациями. С удовольствием поделюсь всем негативом про этот метод. Уверен, у нас его накопилось больше всего, поскольку мы его постоянно применяем и за 13 лет накопили самый богатый опыт. В чем его упрекают? Что мозг замусоривается ассоциациями, что так невозможно учить абстрактные слова и что говорить, вспоминая ассоциации на скорости речи, невозможно. Для начала разберемся с настоящими проблемами, а потом с мнимыми. И первое – это неоправдывающиеся ожидания. Все думают, после пробы на простых образных существительных и на готовых ассоциациях, что это халява. А потом выясняется, что надо придумывать образы и что это работа, да еще требующая некоторых усилий. Вторая проблема вытекает из ожиданий. Мнемотехники не работают в отрыве. Как одна суперперекачанная нога не позволит вам быстро бегать. Мнемотехники работают в команде, и в эту команду входит система повторений для закрепления и доведения до высокой скорости воспроизведения, на которой применение уже идет напрямую, без использования образов и ассоциаций для вспоминания. Если мы не вывели воспроизведение на высокую скорость, когда вспоминание перевода происходит быстрее, чем вспоминание образа, то в ходе беседы мы эту лексику применять не сможем, поскольку пока вспоминаем один образ, будем терять нить разговора. И идти на форумы, YouTube и писать гневные отзывы, что метод ассоциации не работает. То же самое касается и циклических повторений. Они требуют очень мало времени, но если их не делать, то сохранность информации будет около 50%. Да, это больше, чем от зубрежки, где и 5% не всегда будет. Но это и близко не 99-100. А ожидания-то, вспоминаем пункт первый, у нас огромные. Значит, известный маршрут, идем ругать метод. В идеале мнемотехническое запоминание надо сразу выводить на высокую скорость. А во время циклических повторений следить, чтобы не только сам материал вспоминался, но и скорость вспоминания была на высоком уровне, как во время устного общения. Многие, еще не попробовав, имеют уже негативную установку, прочитав много негативных отзывов до первого опыта или получив этот опыт без должных пояснений. Типовая ситуация. Человек знает язык на уровне А2-Б2 или еще лучше, он у нас педагог английского, часто на этом же уровне. Как ему правильно бы осваивать этот метод? Думаю, все понимают, что так будет делать меньшинство. Выучить пару сотен простых образных существительных, сформировать ассоциации и свой собственный образный алфавит на типовые слоги, приставки, окончания, потом перейти на пару сотен простых образных прилагательных и глаголов, отшлифовать навык на них и только потом перейти к наречиям, фразовым глаголам, абстрактным словам и всему сложному. Но человек уже имеет определенный уровень, а значит, он уже владеет всей базой частотных образных существительных. Возможно, еще большинством прилагательных и глаголов. И ему просто не на чем отшлифовать навык. А учить названия редких животных или низкочастотные обозначения чайника и прочей редкой посуды ему лень. Он знакомится с методикой, пропускает первый этап и сразу начинает пытаться применять инструмент не с уровня владения инструментом, то есть с нуля, а со своего уровня владения языком, который уже достаточно высоко. И да, он что-то уже понимает в языке, но он профан в конкретном методе. Но про это, конечно же, не знает, не думает, а если и узнает, то вряд ли согласится. Кстати, всех несогласных добро пожаловать в комментариях, напишите то, что вы на этот счет думаете. Итак, он попробует метод к своим языковым задачам и сразу начнется вой белугой. Метод не работает на абстрактных словах, потому что кодировать не научился еще и не может подобрать нужные ассоциации к абстракциям. Метод не работает на длинных словах, опять же, потому что навык запоминания цепочками отсутствует, в лучшем случае это парочки, а соответственно длинное слово без цепочки не закодировать. Слишком долго вспоминаются слова, и при живом общении из-за этого теряется нить разговора. Внимания не хватает, чтобы одновременно запоминать то, что человек слышит на иностранном языке, в своем внимании переводить это на русский на своей скорости, которая недостаточно высокая, и еще поддерживать нить разговора, следить за тем, о чем идет речь. Причина в том, что нет привычки к выводу на скорость воспроизведения. Если мы делаем повторение
и отмечаем только «помню, не помню», и не следим за скоростью, на которой происходит воспроизведение, не выводим ее на скорость реальной устной речи, то метод мнемотехнического запоминания для живого устного общения будет малоэффективен. Но опять же, всего лишь небольшое акцентирование внимания на скорости во время повторений позволяет легко и быстро преодолеть этот недостаток мнемотехнического метода. Естественно, после такого опыта эти замечательные люди идут и пишут отзывы про методику, что она не работает и что только путает в обучении. И самое страшное, что они совершенно искренне, ведь они честно попробовали, сделали все неправильно, но даже не задумались об этом, получили негативный опыт и абсолютно искренне ими делятся, думая, что предостерегают других людей от ошибки. И это примерно как если взрослый человек с плохим почерком решил его исправить. Он может взять прописи по каллиграфии, которая отлично исправляет почерк, и видит в них те же самые палочки, крючочки, овалы, которые он не стал рисовать в первом классе. Говорит, что это не важно, сразу отлистывает наконец прописи, где идут сложные элементы, и когда у него с ними не получается, точнее получается, но плохо, то во всем будет, конечно же, виновата каллиграфия. Точно так же и с мнемотехникой. Больше всего этим грешат педагоги английского, у которых высокий стартовый уровень, и они просто не могут понять, что все делают неправильно. Зато 20 лет стажа в преподавании, стопка медалей и грамот, куча дипломов, все это позволяет им считать себя экспертом, не понимая, что это не область языка, а когнитивистика. Именно поэтому даже на высоких уровнях мы обучаем методу на простых образных существительных. Но поскольку частотные уже известны, то делаем это на чуть менее заезженной лексике, словах более редких, которые обычно не встречаются, чтобы фонетика была близкой и накапливался образный алфавит с одной стороны, а с другой стороны тщательно следим, чтобы не было пропуска целых этапов. Не зря говорят, что научиться сразу правильно намного проще, чем потом переучиваться. Вот почему, если вы хотите правильно начать знакомство с мнемотехниками, выбирайте курс для дальнейшего серьезного изучения языка, то лучше всего это сделать на нашем бесплатном курсе по запоминанию 100 английских слов. Он познакомит вас с нашим подходом и позволит понять, что изучать иностранные языки можно легко и с удовольствием. Ссылка на курс в описании к видео. Также не забываем подписываться и включать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!